Меня зовут Иван Суханов, я учусь в школе номер 83 города Владивостока. Я начал заниматься картингом с 5 лет. Картинг мне нравится, потому что это красивый вид спорта. Спорт для настоящих мужчин, потому что в картинге есть борьба. Этот спорт научил меня ответственности, честности, честной борьбе. Я участвовала в чемпионате Дальнего Востока, чемпионате Приморского края и чемпионате России. Я стал чемпионом Приморского края 2013 года и тоже стал чемпионом Дальнего Востока 2013 года по зимнему сезону. И вот сейчас, в 2014 году, я стал чемпионом Приморского края и Дальнего Востока. Я был в Белгороде, в Ростове, в Икше и в Курске. Мой лучший результат был в Курске, я приехал 10. Из 40 человек я приехал 10. Мог бы проехать лучше, если была техника получше тоже. Я сейчас занимаюсь в клубе Ukrainian Racing Team. У тренера зовут Алексей Украинец. Мы приезжаем на трассу, и получается, нам тренер объясняет траекторию, по которой нужно ехать. Пытаемся улучшить свое время на трассе, то есть на время едем. Работаем над настройкой машины, там, шасси. На трассе я провожу очень много времени, даже больше, чем со своей семьей. У меня есть мечта, что я очень хочу стать пилотом Формулы-1. Иван Суханов пришел мне в команду 2 года назад, так как команда организовалась молодая. Он быстрый, любит бороться. И не получается, он все равно борется. Многие, кто сдается и говорят, могут вылезти и сказать, у меня не едет картинг, когда есть явные ошибки. Иван не из таких детей. Он что-то где-то, есть какая-то проблема, он ее решает сам. У нас есть лучшее время, мы всегда ускоряемся. То есть с каждой тренировки мы все едем все лучше и лучше. И я даже порой сам удивляюсь, как у него так получается. То есть он достиг чего-то быстрого. Вот мы едем с быстрым временем. Он может еще быстрее проехать. Мы какие-то изменения делаем в настройках шасси, по поведению мотора рассказывает. И, то есть, даже несмотря на его возраст, он может развернуто все рассказать про картинг, что ему не нравится, от сидушки до там, как выезжает мотор. То есть очень талантливый. Сейчас у нас в России появилась трасса в Сочи Формула-1. Есть различные программы для начинающих гонщиков. Я думаю, что с его мечтой и с его настырностью, я думаю, что у него есть все шансы попасть в королевские гонки, в гонки Формулы-1. Ну, чтобы стать чемпионом, нужно, во-первых, много заниматься, уделять этому много времени, выезжать за границу тоже на соревнования, на тренировки. Корея, там, Италия, Япония. Очень важно выезжать. Там, во-первых, огромный опыт получает. Новые картодромы, новые конфигурации, обгоны, сами соперники другие. То есть тут полностью как с листа. Это тяжелая работа для пилотов. И она им очень нужна, она им и помогает. Есть проблемы, конечно, с финансовой стороны для команды, для пилотов моих. То, что сейчас спонсор – это родитель, и поэтому в этом году мы пропустили весь чемпионат России, не поехали, потому что не нашли финансовой поддержки. Родители уже просто, им нужно и здесь ездить, и туда выезжать. То есть это все взаимосвязано, и на всех не могут просто разорваться, на все чемпионаты. Перспективы у юных автоспортсменов, конечно же, есть, но все эти перспективы зависят от того, какую цель перед собой поставили
Во-первых, сам пилот, а во-вторых, его родители. Все, конечно же, зависит от стечения обстоятельств, да, и в том числе в большей степени от финансовой составляющей, так скажем, самого пилота. В данной ситуации, когда пилоты ищут себе спонсоров, я считаю, что это правильное движение, но по моему личному мнению, что ситуация должна развернуться в обратном направлении, что бизнес должен отслеживать талантливых пилотов и вести их уже с самого раннего детства, для того, чтобы потом совместно, скажем, продвигать свои бренды, свои идеи через автоспортивные соревнования с помощью тех пилотов, которые они взяли на опеку. Меня зовут Иван Суханов. Я хочу стать гонщиком Формулы-1. И мне нужна ваша поддержка.